С каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. И я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь Геймс. Мы продолжаем проходить Великого Мага и Мстители. У нас почти 9-я часть игры под названием Муравейник. Прикольное и классное название. Желаю всем приятного просмотра. Кстати, я хотел вам сказать огромное всем спасибо за поддержку меня, моего канала, вообще просто. Огромное вам всем спасибо. Отдельно хочу сказать спасибо моим друзьям. Анилу, Олегу, Сереге, Роме и всем другим моим друзьям. Огромное вам всем спасибо за то, что помогаете, поддержите меня. Дайте мне правильные советы. Реально спасибо. Вы не молодой канал еще. Я еще многого не знаю, я не сомневаюсь в этом. Но я стараюсь навыки свои улучшать. Кстати говоря, он мне сильно громко мешает. Клавиатуры и мышки. Я просто пока их убрать особо не могу. Надеюсь, что не особо мешает. Если мешает, пишите в комментариях свои мнения. Как еще можно улучшить мне свой канал? Чего мне еще на канале не хватает? Я вот прислушаюсь к вашему мнению. Мы начинаем. Наша миссия называется, сейчас повторяю, Муравейник. Так, ладненько, Тони Старк. Давайте еще обычно сходим. Так. Ух ты! Мститель! Приветствую! Привет-привет, так. Угу. Что же мне взять? Хотя, в принципе, пока особо выбора нет, да? Давайте вот это возьмем. О, вау! Отлично! Так, в принципе... Ага. Вау, очень много... Ого! Опа-опа! Каменью... Гармония. Гармония! Так, красный ёсл. Ого! Так, ладненько, в принципе, взяли. Спасибо за покупку! Всегда пожалуйста! Так, получается, он быстренько... А, мы ничего такого не можем. Снаряжение у нас, получается, не идет, да? Никак. Ну, ладненько. Только летать не умеем, а? Тони Старк классный. Тигра, прикольненький Марк 2 костюмчика. Это мы в предыдущей серии ее взяли, а? То есть костюм взяли. Кстати, я заметил, что у некоторых людей, но, в принципе, у меня тоже была такая. Игра-то тупит. Честно скажу вам, игрушка класс. Ой, я забыл ящик смотреть. Там ящик был, я заметил его, вон. Фига, игрушка классная, прикольная, очень интересная, но бывает багованная. В принципе, каждая игра бывает багованная. Вау! Ого, репульсор. Искусственный гравитационный репульсор. Взрывной, такое написано было. О, видите ли, мою собаку багирую, да? Прикольная собака. Очень люблю ее. Правда. И правда, вам всем спасибо за поддержку. Так, ладненько, нам, получается, надо сейчас идти к штабу, да? О, Камал Брис рядом находится. Вау, видишь, это просто классный аппарат. Ладненько, погнали. Меньше болтовни, так, тут мы уже, получается, были, да? Были все. Давай, Тони. Так, ну давайте сейчас сходим, может, что-нибудь у нее возьмем. С тебя кофе, с меня отличные товары. С большим удовольствием. Считай мой магазинчик филиалом своего платяного шкафа. Мне всего лишь 800, получается, я только могу эмблему взять, да? А это культовые по 7000, охренеть! Вау, этот костюм надо будет его накопить на него и взять. Прикольный костюм. Тебе что, жалко девушку кофейку? Да нет, конечно, не жалко, мне не жалко совершенно, я же великий Тони Старк. Бой-бой, филантроп, миллиардер. Их просто красавчик. Самое главное, супергерой. Так, ладненько, получается, да, ага, фабрикатор, создайте предмет ничего вида. Опа, ну, в принципе, фабрикатору нам идти на самом деле нет смысла. Почему тут наша каюта, а не это Камалу каюта? Хотя, вообще не исходим. Это смысл идти к Камале, если, в принципе, ее там нет. Ну, тут, смотрите, она, в принципе, походу, вроде бы, прибралась на самом деле. Ну, да, получше комнатку сделала, а. Ну, не особо, в принципе, убралась, но убралась. Ладненько, молодец. Камалу сейчас тут нет, потому что она находится с Брисом на мостике. Так, ладненько, все, погоним нашей серии. Наша комната, в принципе, туда заходить не будем. Там мы уже были. Опа, опа. Опа. Так можно обойти, типа. Провал. Используйте штабной стол, чтобы... Что-то там, блин. А. Чтобы напасть на АИ. Да, предыдущая серия прикольная. Она получилась уникальная и классная. Не уникальная, конечно, но очень классная. Опа, еще ящик. Ай, блин, тоже открыть.
Так, все. Давайте быстренько начнем нашу серию. Надеюсь, она будет прикольнее. А вам желаю всем приятного просмотра. Обязательно с бутербродами, с чайком или конфетками, или чего там вообще едите, когда смотрите видеоролики. Мы начинаем. Так, получается, вот, все. Угу. Получается, подождите, сюжетная, ага. Все, погнали. Ладно, народ, у нас полно работы. Отличная броня! Именно. Чем мы можем помочь? Джарвис нашел пару тепловых следов, которые могли остаться от инициирующих ядер. Но они находятся на приличном расстоянии друг от друга. А поскольку времени у нас мало, придется проверить оба места одновременно. Брюс, вы с Камалой отправляетесь на окраину пустыни, а я проверю город на восточном побережье. Надеюсь, где-то эти ядра все же найдутся. Понял. Джарвис, долго еще? Мы уже почти на месте, сэр. Супер. Нам надо найти инициирующие ядра и починить Химеру. Эйм скоро ее найдет, а нам нужен штаб для планирования операций. О, боже. Я потрясно выгляжу в этой броне. Блестяще, сэр. Как же ты прав. Шикарно, Тони, просто шикарно. На самом деле, реально, Тони классно выглядит в этой броне. Марк 2. Оу-оу-оу. Ну, куда все делись? Похоже, АИМ провело эвакуацию города из-за высокой активности нелюдей. Звучит как отмазка. Небось, какие-нибудь опасные эксперименты опять проводят. Может, тепловой след оказался верной зацепкой. Куча инициирующих ядер могла бы запитать лабораторию. Здание тщательно охраняется. Будьте готовы к сопротивлению. Ты что, думаешь, они будут не рады меня видеть? Ну ничего себе. Настоящий город-призрак. Джарвис, далеко еще? Осталось несколько метров, сэр. Джарвис, я всегда готов. Как-никак, я ж великий железный человек. Бой-бой, миллиардер, филантроп и все такое. Так, получится, первые наши клиенты это будет где-где. Ага. Ваня, кстати, вау, глобальные цели. Ого. 10, еще осталось 6. Надо выполнить задание. Так, где еще одна цель? Ага. А от этого не получилось, а? С первого раза. Жалко. А у тебя... Давай! Да что ж такое-то, а? Ваника, мы еще не особо прокачались, а? Подожди, придурок, ты где? Подожди, так. Опа, давайте... Ну-ка, кто это у нас? Синтоид, ну-ка, ну-ка. Агенту щита рядом с вами нужна помощь. О! С большим удовольствием помогу. Собаку по оружию. Ты знаете, что сейчас хочу я сделать, а? Нажми кнопочку 3. Что это у нас получится будет? Хаукбастер! Вау, Хаукбастер! Это круто, блин, я хотел даже эту кнопочку, реально хотел. Тебе у меня просто эта функция недавно появилась. Вау, Хаукбастер, это круто. Особенно если бы еще. Вау! Опа-опа-опа! Блин, шикардосик, а? Так, опа-опа! Вау, новый уровень фракции увеличен. Вау, так жутко круто, да? Ну, в принципе, все со мной согласятся, что круто, а? Ну, на самом деле, Хаукбастер прикольная машина. Опа, посмотрите, сами посмотрите, класс, да? Хаукбастер, мощь. Погнали. Так, только сейчас Хаукбастер закончится, мы с тобой поговорим. Так, отбейте объект, отыщите объекта им. Вот так намного лучше. Угу. Мстители, на помощь! Всегда рад помочь, брательник. Хоть спасибо сказал бы, а? Хотя ладно, в принципе, без спасибо обойдемся. Так, получается, у нас тут ящик. Давайте его вскроем. С большим удовольствием открою, ладно. Так, и что у нас тут? Вау, элементы, ору, фрагменты, материал. Ага. Помнится, Тарлтон был повернут на чистой энергии, но готов поспорить, что Моника тут тоже замешана. Она занималась перераспределением активов Stark Industries своим. Ха, я выиграл. Опа. Улучшение. С большим удовольствием опну себя. Так, и тебя, придурок, я кокну. Во, вот это класс, а. Только, правда, его не кокнуло.
Ну давай, Ника, где тебе дырок? Опа. Это уже пожестче будет. Ай, ты падла, а. Вот это супер. Так, летим. Этим помахаемся просто. Во. Надеюсь, что пада мышка не мешает. Ладно, когда я буду гаситься, я не буду болтать. Дабы, чтобы было нормально слышно меня. Ну, места я буду говорить. Сейчас, в принципе, я не гашусь, на самом деле. Так, ладненько, нам хочется цель наша там. Сейчас выполню все допы. Так, доп получается, подожди. В лаборатории обнаружен противник. Будьте осторожны. Экзо, ты не знаешь, мотор, противник это или нет, пока он в тебя не выстрелит. Да, Тони, с тобой тут полностью согласен. Так. Рядом с вами обнаружен особый противник. Победа над ним может принести вам ценные трофеи. Давай, давай. И парню его снимем, а? Вау. Так, надо быстренько отсюда сваливать. Перезагрузка увеличения. Сейчас нас еще этих придурков снести, а? Они нам больше будут мешать, нежели это сам придурок. Опа, опа, опа. Вау, глобальные события. Такой жесткий придурок, а? Подожди, я забыл, как это... Ах, ты мудила. Так, подожди, ух ты, это реально круто. Ну, ничего страшного. Вау, видели, как я от него, вроде бы, почти... не одолеть, да? А вот так что получилось. Опа! Глобальные события, выстрелково выполнено. Вау, кажется, было тяжелое атлета. А, тяжелое атлета, блин, извините. Так получится, нам нужны срочно-срочно жизни. Поэтому быстренько их возьмем. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Так, подожди, где именно Джарвис? Уровень опасности повышен до красного. Пожалуйста, немедленно пройдите к ближайшему выходу. Не берите личные вещи. Уровень опасности... Опа. Сэр. Да, дело плохо. Дело просто очень плохо. Это почти вот этот мудила. Так, опустимся. Ну, у него, в принципе, мы ничего не возьмем, да? Да, смотрящик, а? Так, ладненько, что мы там можем апнуть себе? Фух, так, сравнение. Получается... А, так, супер приемы. Конечно, хорошо. Экспериментальный. Подожди, получается у нас не особо. Ага. Получается. Во! Ну как получше будет. Так, вот это фигня. Вау. Надеюсь, что мы уже... О, еще и прирост сделаем. Ну, хотя бы так апнулись, они, посмотрите, лучше, чем ничего. Так, получается у нас тут плюс, минус. Все равно есть. А вот это мы не будем. Так. Получается, все. Так, общее, получается, внешний вид. У нас прикольненькие костюмы есть, видите? Железная воля, импровизированная броня, культовая броня, получается, экспериментальная броня. Прикольная на самом деле, я могу любую броню выбрать. Ну, в принципе, это класс. Так, одну, получается, я выполнил на 7%, другую на 4%. Ну, один хотя бы что-то получил. Так, получается, наша следующая цель, это вот, вопросик. Опа, оба, опа, чуть не пропустили. Теперь это тоже нужные вещицы. Очень нам нужны. Так, подождите. Ух, ё-моё. Сколько же вас нам получается туда надо идти, да? Ух ты. Блин, жалко. А вот это надо снести. Опа. Ой-ой-ой, самое то. Так, получается, подождите. Где? Ага. Ну да, получается, тут опасность неизбежна. Фу. Вау, я вовремя их безактивировал. Поищите рядом ящик с особыми материалами. Агашки, спасибо, Джарвис. Подожди, самое то. Вау. Опа, видите, что он умеет, да? Да ни хера себе. Ничего, чувак, я круче тебя. Вот это круто, да? О, реактор, подожди, Тони.
Надо же как-то получше летать, Тони. Ты что, чё-то хреново. Во, во. Опа, все, искупался придурок. Так, где у нас пустой ящик? Ага, вот он. А я, где он? Ага, все, нашел. Так, что у нас тут будет? Доступно высокоуровневое снаряжение. Ого, вот это понимаю я класс, супер. Давайте посмотрим, что у нас за снаряжение доступно. Так, 10-е получится на дальний бой и минус зато. Ладно, дальний бой нам, как говорится, апнет зато. И прирост сделаем. Вы видите, вот и все. Вот получается и лучше. А мы боялись так. Получается, о, вот это супер. Так, ничего здесь не апнем. Почему бы и нет? Так, получается тут минус. Зато у нас теперь щитка, щит получше стал почкой. Так, очень класс. Так, ох, яркая у меня вебка на самом деле, а. Все. Получается, у нас сейчас следующий еще куда? Ага. Эти штучки-дучки нужны. Как же я вас люблю, мои подписчики. Именно в нормальном смысле слова, если что, а не в том, как вы, может быть, могли подумать. И огромное вам всем спасибо, мои новые, мои старые подписчики преданные и мои будущие подписчики. И очень, правда, стараюсь, блин, реально, я никогда эти типа тяп-ляп, реально, по возможности реально улучшаю навыки свои, стараюсь. То есть хочу себе со временем потом купить хороший, лучший микрофон, веб-камеру апнуть, именно освещение, все остальное. Какая же это классная игруха, а? Так, получится нам следующий вопросик сюда. Рядом расположен ящик с оборудованием. Рядом это получается еще рядом. Вот эти штучки-звучки нам тоже очень нужны. Вау, видите, я прокачался еще, да? Я же говорил, нужные штучки-звучки, а вы думаете, нет, нет. А, как хочу презентацию провести за прикольные игры. Да. Опа, дальше ящик этот. Посмотрим, что же мы найдем в том ящике. Сейчас быстренько ящик еще пособираю, пойду уже к основной миссии. Говорится, поимеем базу противников АИМа. Ого! Тут у нас получится серьезка. Так, база турель. Ну-ка, ну-ка, придурок. Так, я забыл, как это... Придурка можно... Фу-фу. И... Давай! Ну-ка, двоечка. Фу-фу. Хотел использовать придурка этого давно уже. Так, получается, нам... Тут велики-шмелики. Сейчас я вот один придурок остался бы, а? Пока так будем. Во, синтоид. Вот тут он, а. Фау, ух ты, придурок это опять же, а. Ой-ой-ой, подождите. Сейчас еще прокачаемся, подождем. Да, я понимаю, скучно, ну, я очень стараюсь, правда, записывать прикольные классные игры, прохождения с этой игры. Мне очень-очень нравится проходить игры с камерой. И главное, всем еще раз спасибо. Вау, супер круто. Подождите. Я забыл навыки свои. Когда я вот проходил тренировку, блин, когда Камала играла. Ну, с этим человеком, блин, я забыл эти тренировки, навыки именно. Как использовать, а? Сука. Блин. Ух ты. Турелька. Так, турель, чё? Не пошёл ты нахрен, а? Платформы Ховерскап. А им вообще все решила у меня украсть? Вау, это круто, я не знаю. Вау, 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 вау. Сейчас мы этого придурка нахерачим. Так, получается у нас тут турелька, да? Опа. Все. Так, хотя один придурок останется, я хочу. Вау. Нет, это не хочу использовать. Сейчас. Блин, только хочу использовать и не получается. Хочу попробовать, получится прием. Нет, получится. Вау, получилось, да? Видите, прикольненько, все, я вспомнил, прием использовать, да? Супер, так, жизни. Так, получится у нас тут ящик, по-моему, да. А тут же у нас что такого интересного мы найдем. Сейчас быстренько сначала эти возьмем. Опачи. Опа, еще давайте. Просто я прокачку беру, поэтому. Ну-ка, тут у нас что такое?
Комикс найден. Вау, элементы, да, элементы нужны мне. Рукавица, защита тяжелого атлета. Да. Фу-фу. Ой. Подожди. Тони. Тони как? Так, нет. Тони как? Вау. Опа, видите, доступно высокого уровня снаряжения. Значит, все-таки я не зря всего пошел. Да вы подумайте, что ты делаешь, скучно, наверное, все такое, но я правда стараюсь, серия, я просто хочу прокачать тебя среди человека, а я думаю, конечно, будет следующая серия, может быть, за Халка поиграем, я не знаю, в принципе, сам, я вот только сам первый раз эту игру играю, и в душе не чаю, что будет, Ваника, полетели уже на, пусть это главное задание наше, не будем затягивать события, опа-опа, супер. Опа, видите, я взял какую фиговину, да? Так, ящик получается недалеко, да? Ну как? О, да вообще прям капец недалеко. Еще комикс найден, нифига себе, элемент рукавицы заряда безупречности. Вау, какой же Тони Старк крутой. Коллекция получается у нас тут. Комиксы, ух ты, еще. Мисс Марвел 2014, вариант обложки. Окей, Хорке Молина. О, кайф, супер. Блин, получается, подождите, снаряжение, да? У нас что-то новенькое появилось. Опа. Супер прием и минус. А можно апнуть? Пока нельзя. Значит, пока получается, мы тут... Защита и минус, это дальний бой плюс. Со временем мы апнем. Давайте это вот выкинем. Можно апнуть? Учиться. Ну вот видите, даже говорю, что можно. Так, Ваника, тут в принципе больше мы ничего. Ну да, в принципе тут уже по фигне. Можно? Ого. Видите, я же говорю, мощь. Я просто следующий человек так прокачал, что капец как, а. Ну конечно еще не полностью, но тем не менее. Ваника, все, то или мы все почти уничтожили. Подождите, придурки, где вы? Я именно Тролля боюсь больше всего. Вот все, мы полчаса попадаем сейчас на базу АИМ. А у них тут такая нехилая защита. Это подевай, Дима. Опа. Так, здесь еще Тролля у нас, подождите. Ну, вроде бы все, погнали. Вам нужно попасть в зону распределителя подключения. Так я смогу нас впустить. Давай. Не давайте подойти бойцам АИМ. Иначе они нас отключат. Ой, ёшкин дрынь. Сейчас точно Халкбастер надо будет использовать, а? Так, получается у нас так. Ого! Какие сынки. Тут прям пипец, сколько их, а? Давайте, троечку. Халкбастер идет в тему. Тебя реально тема. У меня получается. Держитесь рядом с распределителем и не подпускайте бойцов АИМ. Брандмауэр взломан. Только первый, Джарвис, ты чё, вообще что ли, капец, ну ты даёшь, а? Или как-то больше, блин, получается только первый. Ну давайте-ка, давайте быстренько их пофигачим, а? Просто они здесь особо нам. Во, выдерживаться, поэтому тут постоим, просто погасим их. Вот этот придурок появился, а? Который надо точно разгасить именно так, а? Вау. Получится повыше, можешь полететь, да? Почти получилось. О, и у меня почти получилось. Давай, давай. Ух, вау. Нифига себе, его, получится, вверх поднял. Ой, супер, а.
Подожди, не так хотел я. Вау, я вообще не этого хотел на самом деле, а вот жить не хочу. Так, получится. Я в воздухе завис. Ай, супер, блин, кайф. Так, получится все, да? Джарвис, все, да? Доступно высокого уровня снаряжения. Давайте, короче, посмотрим, а. Так что же нам теперь доступно на самом деле, а? Высокоуровневая суперприема получается. Хрен тебе. Получится тоже. Ну, не особо чего такого нет. Паника, все. Че, Джарвис, можно идти? А, еще пока не еще 3%, да? Давайте приду, как где вы? Все, я могу теперь зайти. Наконец-то. Сэр, мне удалось проникнуть в систему безопасности АИМ. Я получил более подробные данные, которые свидетельствуют о том, что тепловой след оставил большой источник концентрированной энергии в центре здания. Значит, это не инициирующие ядра? Сложно сказать. Однако наше вторжение не прошло незамеченным, а АИМ запустило процесс самоликвидации. Судя по размеру теплового следа... Дай угадаю, снесет пару кварталов. Верно, сэр. Я не дам АИМ уничтожить еще один город. Не в мою смену. Водите к следующей цели. Используйте лифт. Так, получится лифт. Ага, окей, погнали. Блин. Честно, создание человека, даже очень классненько, прикольно играть. В принципе, за каждого супергероя классно играть. Ладно, давай узнаем, от чего столько шума. Давай, Тони, давай. Пункт управления реактором дальше по коридору. Будьте уверены, реактор хорошо охраняется. Я уже это понял, Джарвис. С распростертыми объятиями не встретит. Понял. Да уж, как всегда, юморист. Подожди. Получится нас сейчас, подожди, я хочу. Да подожди, как же это делал я? Вада. Получай, придурок тупорывая. Сейчас времени тебя. Сисюка-то с тобой. Так, подождите. Ого, тут прямых-то хренаще. Я просто забыл. Какая штучка-дучка нужна. Так, да, сейчас точно копну, да? Не, серьезно, какая? Получать тупой, ты животное. Вау. Вот их и гасить, это так классно. Так, я просто забыл, реально. Все свои навыки забыл, представляете? Это капец какой позор, да? Так, получается, у нас тут... Ух ты! Вау! Лучшая защита я получил. Ого! Досея! Нифига себе, да еще какой-то тупо супердаун, да, получается? Давайте, супердаунчик. Где ты, придурок? Суперпридурок. Бунтобот. Подожди, бунтобот. Давай, бунтобот. Да нет. Во! Я же говорил, что я вспомнил, а? Я же сказал, что вспомню, а вы боялись, что я не вспомню, да? Так, ладненько, получается, где-то придурки, а? Где у нас тут ящики? Ух ты! Да, надеюсь, что Камала и Халк помогут мне потом. Ух ты, тут какая, смотри, а. Ничего себе, нет, это вроде обычная, но в то же время, сука, сильная охота. Не, я против вас этих моих технологий использовать не хочу. А вот по поводу защиты, там еще была штучка-дучка именно. Защита получается. Опа, ящик. Вот это тут получается как... Не, как раз, я как ящик взять. Подожди, Тони. Ящик. Так. Сэр, время не ждет.
Ты только посмотри. И в этом я виноват? У вас нет времени. Я понял. Понял. Ну, извини, Джайвис. Нужно на самом деле ящик взять. А Джайвис, какого хрена? Учиться я не могу дверь сломать, а? Что за бред? Вау, прикольная технология, но... Куда? Я же не могу взять. Это недалеко отсюда. Уп, еще один ящик, а. Какого хрена, почему я не могу? Сейчас, полетаем. А, Джайвиса, как обычно сегодня притворят. Торопишься, все такое. Так, устроить диверсию на дуговом реакторе. Я понял, но каким образом мне открыть тут ящик, а? Не, ни хрена, да? Тоже нет, а может так? На месте я смогу получить дополнительную информацию. Да что ж такое-то, блин, а? Агубаста, вступит прием готов. Ну ладненько, получится, куда нам дойти? Я же потерялся. Ага, ладненько, может потом в следующий раз, вообще, типа, нет, все-таки извините меня, но я хочу сейчас. Я все-таки думаю, что где-то может найти и вход именно, тут только где. Правда, не знаю где, но... Можно найти. Проследуйте в указанную точку. Ага. Получается, у нас тут ящик, через 27 метров. Опа, хотя бы один ящик возьмем. Хотя бы что-то, блин, а, чем ничего. Вау, и пульса, искусственный бонус, ну лишь говорю. Блин, просто реально апаться надо бегать, а. Я поэтому прям почему у некоторых людей укороченные миссии, потому что они не лазят, блин. Но потом, ну, да, мы не сможем вернуться обратно и апнуться. Поэтому я считаю, что лучше собрать на самом деле навыки, да. Это может быть неинтересно, я не отрицаю некоторые, но... Каким образом туда попасть? Блин. Я не понимаю, реально, как туда попасть? Просто один ящик, второй ящик, каким образом? Хотя, может, я смогу на обратном пути попасть? Но видите, тут дверь получается. Ладненько, не будем тратить наше время. Полетим. Не получилось, так не получилось, а? Давайте разнесем этот гребаный реактор АИМ. Опа, фиолетовая штучка-дучка. Падла. Давайте. Апаться-то капаться. До последнего. Так, а туда можно зайти? Ну неужели, хоть сюда можно зайти, а? Хоть что-то себе можем взять. Опа. Давай. Что у нас тут так? Вводите в... Ага, вводите в камеру дугового реактора. Окей, окей. Так, ладненько. Хаубаста используем потом. Получится у нас коллекция. Тут получится сводка. А, новый бот появился, да? Роевой бот. Получится рой пчелка, как типа пчелка, да, вот рой такой же фигня. Так, минус. Получается у нас тут. Опа, клинищебыльники, ну, супер прием минус, да? Жалко, конечно. Ладненько, все. Погнали. Так, Тони как. Есть такой канал прикольный, а? Там. Канал называется именно так, так я сказал. Так, получается, мы тут уже почти все полетели, побывали. Вот. Вон она сейчас. А им пойдет на все, чтобы спрятать то, что находится всё за этими дверьми. Давай. О, нет. Это плохо. Это очень плохо. Это мой дуговой реактор, только увеличенный в несколько раз. Он может уничтожить целые города. Какие там кварталы? О чем о им думает? О! Привет, красавчик. Сэр, реакторы становятся нестабильны. Вы должны. Я же сказал, что они козлы еще те, бля. Чтобы их отключить, нужно уничтожить эти усилители. Давай уничтожим, Тони. Я всегда за. Так, получится, получите пока троечку, а. Аукбаста! Так, уничтожьте все, я. Ага, понял. Во! Сначала этого придурка, он ничего же, а? Нихрена себе, сколько штутыка. Во, видите, да? Я же говорю, уровень прокачан. Так, подождите. А у баса тоже умеешь летать.
Подожди-то, Баста, это что ж такое-то? Я понял все, но... Да что ж такое, Хаубаса что-то не может подняться, а? Ай, блин, увы, закончился, а. Так, давай, Тони, давай, Тони, давай, давай. Я не понял, как это сделать именно, что надо сделать. А, вот, все. Давай, есть. Еще несколько ядер. Ага, понял. Понял, Джаймер, спасибо. Вы молодец. Давайте, поиграемся, старички. Ведь я супер железный травосек, а ты придурок тупой. Ого, ладно, не тупой. Так, все, 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 если я погибнуть могу. Поэтому погнали. Опа, так получится еще. Что твою мать? Суки, а. Ну ёшкин дарин, один раз коптали меня. Да уж, просто один газ отекла уже так сидеть, поэтому я отвлекся. Надеюсь, правда, вам нравится игра. Управление реактором дальше по коридору. Будьте уверены, реактор хорошо охраняется. С распростертыми объятиями не встретят. Понял. А им пойдет на все, чтобы спрятать то, что находится за этими дверьми. Давай, придурок, дубль 2, сцена 2. Ваня, Дим, давай как-то соберись уже, хоть бы тряпкой, блин. Погаси этих придурков по ним и верни уже, наконец, Капитана Америка в жизни, а. Сэр, реакторы становятся нестабильны, вы должны их отключить. Понял, понял тебя, Джойс. Чтобы их отключить, нужно уничтожить эти усилители. Вот сейчас, Хаукбаса. Сейчас или никогда. Подожди. Вау, вау, видели, да? Да подожди, давайте быстрее. Это Джаст, Баса не бесконечный. А эти реакторы, то себе. Блин, почему не могу подняться наверх? Это что за бред? Так, где придурок? Давай, давай. Этот придурок достал меня. Я попасть не могу. Видите, я не могу слететь. Не хватает мощности, а. Ну, Аника, увы, Хаубаста. Ты был, конечно, крут, но, честно говоря, слабенький. Почему? Да потому что не мог лететь. Мне не хватило мощности. Ракеты использовать, а? Идет вроде. Вот, так намного быстрее. Еще несколько ядер, сэр. Хоть бы раз сказал мне, вы молодец. Получай, ты тупая, жили элитный синтроид, блин. Может, ты элитный, но извини, я буду круче. Да уж, блин, получается, очень даже сказать, такие враждебные ублюдки, а. Так, получается, подожди, подожди, мы так будем их без конца гасить, но нам нужно срочно апаться, ой, срочно лететь, уничтожать реактор. Отличная работа, сэр. Видишь? Проще простого. Да, блин, застрял. Ну, ты еще лазер используешь, а? Вот это не порядок, а. У меня неприятности. Да, Тони, я вижу. Уже срочно жизни. Вот это класс. Подожди. Ладно, еще реактора 2 осталось, да? Это срочно, то нестабильно станет.
Ты тогда достал меня, или ты придурок? Нет. Вау! Близ против Синтаи, что такое? Потом прочитаем, а? Сейчас не важно. Кто он такой, сейчас важно... Жизнь. Опачи. Опять же. Так, дубль 20, давайте придурок. Давай, еще немножечко. Вау. Тут охренели, что ли? Нет, у вас реально преимущество. А мне вот нужны срочно жизни. Быстренько, давай, Брюсик. Так, Дима, ты как-то уже неровно сел. Люди не будут такой, смотри. Если... Давай. Есть. Ты достал меня, придурок, а? Последняя херовина. Предпоследняя херовина. Давай, бросай. Сейчас закончим и свалим отсюда подальше. Заколебали, они меня очень жизни быстро. Очень быстро мне жизни имеют, да? Поэтому мне приходится как-то раз убегать. А так, конечно, я их победил бы всех. Но вы, конечно, тут бы сейчас Камао бы с Халком пригодились бы. Ну-ка, что будет, если я просто не буду их париться с ними? Махаться, а именно... Блин, откуда же вас столько много, да? Вау. Это же уже не серьезно. Ой, боже упаси, а где же вы, придурки? Где вы? Где жизни мои? Да, салага. Тут я тоже согласен с тобой. А вот ты, бунта дебил. Ой, это просто боец. Точнее, люди обычные получаются, да? Ну, а мне жалко этих людей. Так куда, Дима, ты куда ты... Ты чё, Дима? Ну, не будем, а? Честно, я очень долго с ними буду биться, так они меня просто копнут. Поэтому это быстренько... Поздравляю, сэр. Вы успешно уничтожили дуговой реактор. Да уж, никогда не думал, что услышу от тебя такое. Хватаем все, что можно унести, и валим. Вы в порядке? Да, но я тружусь на благо людей, говорил я себе. И что получилось? Эриген, День Мстителей и это. Не я решаю, что люди делают с моей техникой, но и делать вид, что я ни при чем, я не могу. Я горжусь вами, сэр. Ага. Я собой тоже. Кстати, о тревогах. Брюс, Камала, как ваши успехи? Мы в процессе. Тони, мы потратили несколько часов на поиски. Осталось всего одно место, куда я никак не хотел заходить. Мы уже рядом. Здесь полно сотрудников АИМ. Придется звать здоровяка. Ну, придется, Брюс. Что поделаешь, а? Ладно, ребята, нам очень нужно найти второй тепловой след. Надеюсь, там будет гора инициирующих ядер. Скоро АИМ обнаружит Химеру, а без нашего штаба шансов у нас не останется. Так что не подведите меня и... Удачи, что ли? Это большая ответственность.
Вы справитесь. Ладно. Так, ищите бог питания. Я не могу подвести мистера Старка. Вау. Джарвиса, что мне делать? Второй тепловой след обладает несколькими источниками, расположенными вокруг большого центра. Полагаю, это, вероятно, и есть массивное сосредоточение инициирующих ядер. Вероятно, все они хранятся в одном месте, возможно, в каком-то здании. Поняла. Рядом расположен ящик с оборудованием. Спасибо, спасибо, Джарвис. Конечно, классно, прикольно за Камау играть, а. Вау, блин. Бешеный пес 2. Ты кого-нибудь видишь? У меня все чисто! Бешеный пес 2. Кстати говоря, прикольненько на самом деле вообще серия получается сама, ничего интересное. Наша главная задача найти, ищите бог питания. Окей. Даже подходите нужно, хотя нет, нужно подойти, чтобы прокачаться. Так, Хаук, а ты прикольно выглядишь? Здоровяк. Так, Вадик, сейчас быстренько Камау. Получится коллекция, у нас получается сотка. Ага, чё, кто новый? Блиц протосинтоид. Ну-ка, цели наши поручения. Ага. Тут у нас, да, ублюдка победить, но пока мы не сможем, у нас пока... Хотя 15 часов. Надо, на самом деле, его убить. Так, снаряжение. Камалы. Апнуться можешь? Не особо, да? Ну, давай, короче, сломаем. А сейчас можешь? Пока что печаль, беда, мы апаться на самом деле. Ну, что поделаешь? Камалы пока у нас слабенькая. Как вы видите, да? Увы. Ну-ка, костюм. Внешний вид. Получится у нас Камала. О, Камала, типа, видите, без сумки, сумкой и обычная Камала. Давайте возьмем с сумкой, а? Почему бы и нет? Все, погнали. Так, получается, побывали. Опять же, все дополнения взять, потому что это важно. В этот регион мы больше не вернемся. Внимание! Отряды Альфа, Браво и Чарли! На связь не выходить! Пользуйтесь этим каналом только если найдете цели. Получается, так, ну окей, окей. Так, отыщите бог питания. Вообще понял. Главная задача вот здесь бог питания. Я уже видела такой знак. Опа-опа, Хаук. Пошли, здоровяк зеленый. Давайте сюда зайдем. Быстренько. Так, получается, тут у нас... Опа-опа, ящик. Видите, не зря зашел. Найден тайник в секторе 12. Изучаю. Так, ну, всякую фигню взяли. Ну чё, Хаук? Давай сначала сходим, в принципе, я думаю, сюда вот, далеко. А, кстати, как Камала, сумка прикольная, блин, чуть поиграл за Тони Старка, за чувака. Привык, блин, ё-моё, к летанию, а теперь хочу полетать. Вау, так, получается, каким образом на то попасть? Так, получается, у нас находится аж там, блин, ё-моё. Здоровяк, мы не туда пошли. Кто-то ещё чувствует, как земля дрожит? Это то, что я думаю? Ага. Играет про Халка. Так получается, а? Вау. Пока я особо использовать не хочу. Джарвис? Да, мисс Хан. Мне кажется, или Халк правда не такой уж и ярко-зелёный. Полагаю, доктор Беннер переживает утрату нашего дорогого капитана, мисс Хан. Судя по записям в дневнике доктора, он вернулся на Химеру, чтобы расследовать произошедшее в День Мстителей. Однако последующая череда неудач привела его в ярость. Ну, конечно. Брюс винит себя. То же самое можно сказать и об остальных, мисс Хан. Да, все винят себя в смерти Кэпа. Как туда попасть? Вот это мне, конечно, вопрос задается. Ну, Адика, блин, предыдущая серия, я же говорю, все-таки. Тут они как зеленая. Кстати, в предыдущей серии нам все-таки не удалось, блин, взять те предметы, которые я хотел. Я, в принципе, так и знал, на самом деле, что их не получится взять. Адика, на принципе, идти недалеко, поэтому не будем тянуть время, потому что серия получается и так очень, да, интересная, не отрицаю. В то же время и очень долгая, поэтому... Давайте без того стянуть эту серию уже не будем втягивать бессмысленными хождениями.
Фух, получается у нас тут... Так. Тут у нас ничего такого нет. А мы тут были? Или просто похожие? Опа. Ух ты. Тут уже весело. А тут уже команда 530 большой. Сейчас, быстренько. Так, подожди. Вау. Во, все. Ого. Хаук, погнали. Сейчас. Фу-ху. Оба. И теперь давайте команда большая. Сейчас, подожди. Во, увеличение размера. Вот это супер, да? Ну что, большой против большого, почему бы и нет? Фу-ху. Ой, ё-моё. Ух ты, тварь, а. Мы сможем. Вау, нихера себе. Что это у нас за способность? Бунтобот. Надо его помочить, да. Опа-опа, добивание. Вау. Так, придурки. Ты тебя уже загасил? Идиот тупой, иди нахуй. Так, где ты? Ах ты падла, а. Ты что, хочешь хаука завалить? Какой-то там мудрический, да себе боец. Очиститель. А, я же говорю, что он против хаука фигню использует. В общем, ядовитый газ. Сказать, видите, да? Хаука могут убить, а лучше его спасать. Хотя Хаук, в принципе, сам справится. Вау, вау, вау. Видели, да? Как команда смогла. Так, получается у нас ящичек. Так, Хаук, погодь, пожалуйста. Быстренько сходим сюда. Так. Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Опа. И команда смогла зайти. А, Тони Старк почему-то не смог. Так, ладно, сейчас быстренько все отломать. Вот наша главная задача, в принципе, по всей игре. Сейчас отыскать именно блок питания. Блок питания — нужная вещь. Так, ящиков тут больше нет, поэтому пойдем. Да, серия опять получится на часик. Извините, просто что серии получились такие долгие. Надо постараться будет смотреть. Уже в таких играх серии пока очень делать, а. Опа, опа, опа. Модуль улучшений. Супер. Вау, ну-ка, сейчас теперь можем мы прокачать Камалу. Коллекция, карточки, получается, у нас тут. Опа, видите, получили, да? Весьма его эмблема. Класс, хоть что-то выполнил. Так, загружается. Нет, в магазине не хочу. Да чтоб твою медь. Еще намекал на это, а вот. Ты чё, видите, типа, покупайте, покупайте. Ладно, пошли вы нахрен. Сука, сейчас ничего пока апнуть не могу себе. Ну, хотя бы пособираю то, что уже могу. Так, ладно, все, погнали. Иначе реально серия получается. Ты хватит повторить, просто играй и кайфуй. Ну и все. Что тебя от тебя требуется. Блин, каких. Блин. Опа! GPR. Вау, видели, да? Пошел нахрен. Это же уже горле пересохло. От болтаний столько-то. Так тут получается мы. Ничего не найдем. Все. Так, тут больше никого нет, да? По специально нажимаю именно много раз. Вы приближаетесь к оборудованию АИМ. А. Надеюсь, к тому, к какому надо. Ну-ка, давайте сейчас сходим сюда. След, так сказать, пещеры. Опа. Опа, опачи. Ой, я пить, я правильно пошел, да? Вау. Ух ты. Так, нет, тут ничего такого нет. Получается, тут у нас... Ага-шки. Опа, ящик. Тут мы ничего найдем. О, знак снаряжения. Ну, хотя бы что-то такое. Так, все. Сейчас мы почти подошли. Внешний вид. Да почему покупать надо? Что за идиотит? Вот так, все. В общем, выходит на какую-то фигню у меня. Как видите, я сейчас ничего не могу сделать. Это полный бред. Ну, да ладненько, все. Пойдем-ка. Как говорится, сейчас я настрою камеру получше, чтобы меня было лучше видно. Да уж. Исцеляющий дух. Ну да, ну да.
Кстати, говоря, это все я получается... Ого, а кто его куртал? Без понятия. Придется попозже выпустить, а? Так, Камала, давай. Здоровяк и так перебежит, в принципе. Ну а мы это... Опа. Опа. Есть, почти... Почти подошли. Окей. Уроды! Сожгли ядро! Хотят уничтожить как можно больше! Значит, надо спешить. Я отправил вам координаты другого ядра. Если эти обломки жутко бота. Обнаружены цели. Это же Халк! Требуется подкрепление! Не нравятся мне эти ребята. Не похожи на обычные железяки, Аим. Мисс Хан, полагаю, это участники так называемого отряда «Стражей». Радикальные группировки, борющиеся против супергероев. Класс! Походу, теперь они работают на Аим. Пустяки, просто царапина! Да уж, ничего... Подавление. Ничего хорошего, бля. Да чтоб тебя, а? Сильные придурки, а? Нет, жизни нету, а? А, критическое ранение. Ё-моё, Халк, помоги. Вас что, правда кто-то считает своими героями? Конечно. О, теперь все честно, сука. Во. Видели, он сам большой придурок, а? Почему бы и нет, я, в принципе, все по чесноку пошел. Во. У вас так мало большую играть. Это просто супер, а? Ай, меньше уже стало. Нет, еще. Да они все стали. Видели, они все стали больше, кто их. Так, надо завалить того, кто их увеличивает. Это именно. Придурок вот это, да? Миротворец. Да, я знаю, что долго получается, но. Победите стражей. Не, вот это надо завалить, а? Вот он. Он улучшает. Именно больше делает, придурок. Я не достаю из тебя, придурок. А я маленькой стал. Поэтому, нифига себе, видите, их получится большими делает, а? Ладно, подожди. Есть. Так, давайте сюда, придурка. Все, больше никого он большим не сделает. Недочиво. Во. Во, это такое вот. Тут нифига себе они большие, видите, да? Ну что, бля? Да? Мне жизни нужны, а? Их просто очень-очень большие, и получится капец какие здоровые, а? Честно, изначально я планировал эту серию сделать поменьше. Как обычно, мне никогда не получается сделать то, что я говорю именно в плане в серии, а не другого чего-нибудь. Так. Все, да? Отыщите бог питания. Мы уже осмотрели всю эту пустыню, но и этого мало. Я что, одна? Что? Где остальные нелюди? Почему они не дают отпор? Я не... Я видела символы сопротивления, знаю слухи о восстании, но никого нет! Я не чувствую болезни. Я полна сил, как никогда. Но вдруг я больна. Я хорошо понимаю тебя. Эти силы теперь стали частью нас.
Знаю только одно. Гораздо разумнее их просто принять. Ну, или вроде того. Мой папа тоже так говорил. Значит, он умен. Еще как. Пора вернуться на Химеру. Так. Всем не с места! Да ладно. Старик и ребенок. Старик? Ладно. Доктор Пим вас примет. Док... Хэнк Пим? С ума сойти. Хэнк? Брюс. Что ты тут делаешь? У меня тот же вопрос. Как я рад тебя видеть. Да, и я рад. А, Камала, это доктор Хэнк Пим. Муравей? А, все это было в прошлом. Идемте. Ага. Так вот тепловой след, который мы искали. Мы собираем и используем оружие, роботов, технику. Все, что можем, чтобы защитить себя. А ты сможешь выделить пару инициирующих ядер? У нас геликарьеру нужно пройти ТО. Полагаю, мы договоримся. Ну, спасибо. А что это за место? Это наш муравейник. Идея не моя. Это наш анонимный хакер. Танцовщица. Так это... Так... Все они... Не люди, да. Многие сбежали из лаборатории АИМ. Значит, они все же отбивались. Располагайтесь. Нас ждет долгий разговор. Я даже не представляла... Какое это место огромное. Так, муравейник, посмотрите, муравейники. Ну, Аника, наша серия завершена. Сейчас где-то серия под названием «Муравейник» завершена. Увидимся в новой серии. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.